1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мне сделать такую же ревибрацию, чтобы голос у нас был 10. Такой же. И такой же ревибрация может быть устроена. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Эй, много. 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Почему вы хлопаете на число 21? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Это мы еще только настраиваемся. Вид, сделай такой же голос, чтобы как у него был. Раз, два, три, четыре, пять. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. То есть такая же вибрация, что ты абсолютно отлично, все хорошо. Это микрофон? Михаила, я пощел. Михаила, как он делает? Михаила, отстроишь по ходу дела. Еще небольшой перерыв, и мы скоро начнем, потому что наш ударник едет сюда. Добрый день или вечер, что у нас сейчас? День, наверное. Здравствуйте. Большое вам спасибо, во-первых, что вы все собрались здесь, чтобы нас послушать. Их послушать. Вот. Ну, я не буду долго рассказывать. Видимо, это и ни к чему. Ансамбль «Аквариум» существует вот уже более 10 лет. Ансамбль очень много концертирует и, в принципе, наверное, всем давно известен. Я хочу сказать только такие маленькие тайны, пока еще тайны, что вот этот концерт, сегодняшний концерт, он не совсем обычный. Ансамбль в данном случае представлен только тремя его членами. Это автором текстов, в основном практически всех текстов, музыки и аранжировщиком Борисом Гребенщиковым. Виолончель, голос, Всеволод Гаккель. И африканские барабаны Файнштейн. Вот, собственно, из-за Михаила Файнштейна у нас и происходит сегодня задержка, почему я, собственно, стою на этой сцене. Дело в том, что он еще до сих пор не приехал, и поэтому я вот вынужден как-то заполнять паузу. Значит, ансамбль имеет в своем репертуаре более 200 песен. Вот, это не значит, что все они сегодня будут исполняться. Вот. А вообще написано... Ну, это песни, которые находятся практически в работе. А вообще написано более, наверное, 300, если не больше. Я не обманываю никого. Вот. Ну, что еще сказать? Я даже не знаю. Может быть, у вас какие-то есть вопросы, на которые я смог бы ответить? Все, да? Ну вот, слава богу, все в сборе. Значит, в добрый путь! We'll be right back.
зуд телефонов, связки ключей. Ты выйдешь за дверь, и вот ты снова ничей. Желчь поражений, похмелье побед. Но чем ты заплатишь за воду ничьей? И я хотел бы опираться о платан. Я так хотел бы опираться о платан. А так мне кажется, что все это зря. Свои законы у деревьев и трав. Один из нас весел, другой из нас прав. Прекрасное братство, о достойный монах, с коростылем, зашитым в штанах. Но я хотел бы опираться о платан. Я так хотел бы опираться о платан. А так мне кажется, что все это зря. За ним, но ты не видишь спины. Встретишь его, не помнишь лица. Забудь начало, и ты лишишься конца. Но я хотел бы опираться о платан. Я так хотел бы опираться о платан. А так мне кажется, что все это зря. Торжественно клятвы до лучших времен. Я пью за верность всем богам без имен. Я пью за вас, моя любовь, мои друзья. Завидую вашему знанию, что я — это я, но... Будет время, и я вопрусь о платан. Будет время, и я вопрусь о платан. А так, пока что мне кажется, что все это зря. Проснешься, всемогущий как Бог. Чуть-чуть
похмелье, немного влюблен, но, как странно, пел потолок. Зачем кидаться голым к окну? Вот твой шанс, чтобы выйти на взлет. Убрав подальше фотографии тех, кто не понял, как движется лед. Чтобы вместе не помнить о том, что нет времени, кроме сейчас, нет движения, кроме вперед. И мы сдвинем стаканы плотней, чувствуя краем зрачка, как движется лед. Бросил в огонь все, чего было не жаль. Он смотрел на светлию, жаждал воды ее, шел далеко в свете звезды ее. В пальцах его снег превращался в сталь. И он встал у реки, чтобы напиться молчания, смыть с себя все и снова остаться живым, чтобы голос найти ее, в сумрак войти ее, странником стать в долгом пути ее. В пальцах его вода превращалась в дым. И когда его день кончился молча и странно, и кони его впервые остались легки, то пламя свечей ее, кольца ключей ее, нежный как ночь, мрамор плечей ее, молча легли в камень его руки. Каждый из нас знал, что у нас есть время опоздать и опоздать еще, но выйти к победе в срок. И каждый знал, что пора занять место, но в кодексе чести считалось существенным не приходить на урок. Только когда кто-то вышел вперед и за сотни лет
никто не вспомнил о нем. Я понял, небо становится ближе с каждым днем. Тогда на углу всех улиц, свято забыв, что кто-то смотрит нам вслед. Все пути начинались от наших дверей, но мы только вышли, чтобы стрельнуть сигарет. И эта долгая ночь была впереди. Я был уверен, что мы никогда не уснем. Но знаешь, небо становится ближе с каждым днем. Сестра моя, куда ты смотрела, когда восход встал между нами стеной? Знала ли ты, когда ты взяла мою руку, что это случится со мной?
прошло, уже раздвинут камыш. Благоприятен брод через великую реку, а вода продолжает течь под мостом Мирабо. Но что нам с того? Это дело мастера Бога. Он ждет выстрелов с той стороны.
детина, каждый третий целится вслед. Риск растет с количеством прожитых лет. Лиловый и белый символы слишком ясны. Не стой под грузом, иначе войдешь в его сны. Мы двинемся дальше, танцуя под музыку выстрелов с той стороны. Мы двинемся дальше, танцуя под музыку выстрелов с той стороны. Неужели ты не слышишь музыки выстрелов с той стороны? Кто-то при нем, но они, и есть ты, есть я. Но в этом мире случайности нет, и не мне сожалеть о судьбе. Он играет им всем, ты играешь ему, но кто здесь сыграет тебе? Он играет им всем, ты играешь ему, но кто здесь сыграет тебе? И я прошу об одном, если в доме твоем будет шелк и парча, и слоновая кость, чтоб тогда ты забыл дом, в котором я жил, ну какой из меня к черту гость? Ведь я напьюсь, как свинья, я усну под столом. В этом обществе я нелюдим. Я никогда не хотел быть первым из всех, но я не терплю быть вторым. Но в этом мире случайностей нет, и не мне сожалеть о судьбе. Он играет им всем, ты играешь ему, но кто здесь сыграет тебе? Он играет им всем, ты играешь ему. Так позволь я сыграю тебе. Thank you.
последний дождь, уже почти не дождь. Смотри, как просто в нем найти покой. И если верить в то, что завтра будет новый день, тогда совсем легко. Ах, только б не кончалась эта ночь. Мне кажется, мой дом уже не дом. Смотри, как им легко, они играют в жизнь свою на стенке за стеклом. Я узнаю себя в том мальчике, читающем стихи. Он стрелки сжал рукой, чтоб не кончалась эта ночь, и кровь течет с руки. Зеркального стекла. А здесь рассвет, но мы не потеряли ничего. Сегодня тот же день, что был вчера. Хотя и не без потерь, и если со мной были дамы, я всегда открывал им дверь. Но если б я был вежлив сейчас, то это была бы ложь. И нам всем будет лучше, когда ты уйдешь. Твой муж был похож на Бога, но стал похожим на тень. Теперь он просто не может то, что раньше ему было лень. Я знаю, что это карма, и против нее не побрешь. Но нам всем будет лучше, когда ты уйдешь. Боюсь, я вызвал бы дождь,
и нам всем будет лучше, когда ты уйдешь. Но слишком сильный дух здесь. Много старых женщин, они все читают вслух. Ко мне подходят люди с намерением разбить мне нос. А ты удивлена, отчего я не живу здесь, милая? Ты знаешь, мне кажется, это странный вопрос. В табачном производстве все борются за власть или гонят самогон из того, что нет смысла красть. А начальник цеха не был здесь год, он на это забил. А ты удивлена, отчего я не курю? Милая, может быть, я идиот, но я не дебил. Один твой друг ест ложкой гудрон, а другой стреляет всех, кто знает больше, чем он. Ко мне подходит некто с автоматом и говорит: а бежишь ли ты, кросс? А ты удивлена, отчего я здесь проездом, милая? Ты знаешь, мне кажется, это ты не всерьез. Ко мне утром ты села на кровать, ты спросила, есть ли у меня разрешение дышать, и действителен ли мой пропуск, чтобы выйти в кино. Теперь ты говоришь: ну куда же ты отсюда, ты знаешь, главное впрочь, а там все равно. Диплом, и ты не примешь ее всерьез, но она возьмет тебя на поводок, она возьмет тебя на поводок, и ты пойдешь за нею, как пес. Она расскажет тебе твои сны и этим лишит тебя сна. Она расскажет тебе твои сны, и этим лишит тебя сна. Она раскроет своим ключом клетки всех твоих спрятанных птиц, но не скажет их имена. Стихов, где есть понятие добро и зло, но ты не бывал там, откуда она, ты никогда не
не бывал там, откуда она. Что ж, считай, что тебе повезло. Она коснется рукой воды, и ты скажешь, что это вино. Она коснется рукой воды, и ты скажешь, что это вино. И ты будешь смотреть вслед ее парусам. Ты будешь смотреть вслед ее парусам. Ты будешь дуть вслед ее парусам. Когда ты пойдешь на дно, когда ты пойдешь наконец на дно. Кухонных кранов бьет веселящий газ. Пенсионеры в трамваях говорят о звездной войне. Держи меня, будь со мной, храни меня, пока не начался час. Прощайте, друзья, переставим часы на час. В городе новые стены и чистый снег. Мы выпускаем птиц, я сам сказал, что кончится век. Держи меня, будь со мной, храни меня, пока не начался час. Много правил, но скоро рассвет. О. Сплетение ветвей, крылья хранящие нас. Мы продолжаем петь, не заметив, что нас уже нет. Держи меня, будь со мной, храни меня, пока не начался час. В ожидании колесницы, в предвкушении кружки пива. В понедельник утром жизнь тяжела. А кругом простые люди, что толпясь, заходят в транспорт, топчут ноги Иванова, наступают ему прямо на крыла. И ему не слиться с ними, с согражданами своими. У него в кармане Сартр, у сограждан в лучшем случае пятак.
как Нивы, приходят контролеры и штрафуют Иванова. В понедельник утром все всегда не так. Между кухней и парадной всегда полным-полна. И к нему приходят люди с чемоданами портвейны и проводят время жизни за сравнительным анализом вина. А потом они уходят, только лучшие друзья и очарованные дамы остаются с Ивановым до утра. Ходит утро, все прокуренное и серо, подтверждая старый тезис, что сегодня тот же день, что был вчера. Прости за то, что ты была любовницей, женой, что ты сожгла меня дотла, отнявши мой покой, что от разлук до новых встреч, до самого конца высоко мы умели жечь холодные сердца. Как мне тебя благодарить? Минута на пути, я не могу тебя забыть. Прости меня, прости. Стал я грустным, стал печальным. Поутру, друг мой тайный, друг мой дальний, я умру. Еще воздух был пуст. Кто мог сказать ему, что за плечами лишь груз? Кто мог что-то сказать ему? Мы знали, что он впереди. Я шепнул ему вслед: лети, мой ангел, лети. Thank you.
похожий на мага, слепой, как стрела. Девственность неба разрушивший с махом крыла. Когда все мосты обратились в прах и пепел покрыл пути, я шепнул ему вслед: лети, мой ангел, лети. Не ко мне, ведь я слышу вокруг миллион голосов, но один, как птица в горсти, я сжимаю кулак. Лети, мой ангел, лети. 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 Наступило время заняться утренней почтой. Так, просит рассказать о себе в двух словах. Нет, то, что дело в том, что я прошу прощения, то, что все равно будет играться, я просто откладываю в сторону, так что не пугайтесь. Да, мы на все, конечно, ответить все равно не сможем. Так мы сидели до вечера. Учились, не знаю, я окончил университет, прикладную математику. Отработал 3 года в университете, потом съездил на фестиваль в Тбилиси. Ну, после этого работал сторожем. Нет, тут, не знаю, есть ли тут чему хлопать. Ну, в общем, я не жалею об этом. Михаил Борисович окончил. Что ты окончил? Автоматизация управления что-то, какой-то институт. Работает, правда, инженером, но мы его считаем ренегатом. Все надеемся, когда он идет на приличную работу, наконец. Сделал Дягович самый умный, он не стал кончать ничего. Он просто работает сторожем. Так, когда и где будет очередной сейшн? Иду ли я завтра на Майка? Нет, я иду на самого себя, потому что у нас мы завтра играем в ДК Пролетарском в 2:00 дня. Цой не будет, к сожалению, у Цоя до сих пор с группой не лады, он не может ее собрать. У него пока только гитарист есть. И он в таком составе играть не хочет. Отцы! Привет, парень. У вас есть хоть одна песня более или менее осмысленная? Но это для кого как, простите. Какие советские музыкальные группы вам наиболее близки? Как вы относитесь к переходу групп профессионалы? Как вы относитесь к военмеху? Какие советские группы нам наиболее близки? А? Машина времени, кино,
диск, с которым мы поддерживаем близкие отношения. Ну, Майк, ну, странные игры. А... Центр, ну, мы редко с Васей встречаемся. И, в общем, я один раз слышал, как они играли более-менее прилично. Это было на Выборгском фестивале вот летом. А так, в общем, обычно... Они обычно слишком, как бы это сказать, пьяные выходят на концерт. Поэтому сложно понять, что именно происходит у них. К переходу к групп профессионалов мы относимся... Собственно, это их дело. Если хотят, пусть переходят. А мы очень не хотим. Было несколько предложений, мы их, как правило, отклоняли, потому что зачем? Зачем одну и ту же программу 2 года гонять так, что она перестает вообще быть музыкой, а становится уже просто тяжелой работой, 2-3 концерта в день, как машина ездит. Им от этого не очень хорошо. А мы не хотим повторять ошибок. А к ВМЕХ, вот лично я отношусь хорошо, я помню, как я в этот самый зал рвался 10-12 лет тому назад, в течение 2 лет я в него периодически прорывался. Вернее, не только в этот только пару раз, обычно в тот, в беленький. Сегодня мне было как легче пройти, чем раньше. Пишемся ли мы на телевидении и в каких передачах? Намного ли они будут отличаться от телезаписи от концертных? Ну, в общем, то, что можно сделать на концерте, как правило, телевизионщики не пишут. То, что им будет гораздо сложнее это пропустить через телевизор. Вот. А увидеть можно будет, не знаю, если в «Горизонте» пройдет то, что мы записали, то можно будет в «Горизонте», а может быть, там и не пройдет. Это нельзя предсказывать, к сожалению. Вот. Есть ли смысл в ваших текстах или просто набор слов, подпись? Давайте это вы будете решать. Мне сложно, я не буду же открывать вам твои творческие секреты. Считаете ли вы московскую группу «Примус» своим конкурентом? Нет. Расскажите, пожалуйста, о своем стиле. Нет. Я не знаю. Я думаю, что никто не сможет из нас его описать. Мы же не критики, мы музыку играем. Почему мы взяли название «Аквариум»? Этого никто не знает. Оно просто чем-то подошло. И потому это было 12 лет тому назад. Ну, гениально. Стандартный совершенно вопрос, который везде задается, всегда обычно по 2 раза. Почему вы взяли себе такое название «Аквариум»? Может быть, в ваших песнях много воды? Слушайте, может, один человек все время пишет, а ходит на концерты и все время пишет один и тот же вопрос. Всегда. Или... Мышление такое стандартное. Да, в наших песнях много воды, но в человеческом организме его еще больше, 90%. Без воды нам было бы не прожить, ребят. Ребята, объясните, о чем вы поете. Подойдите позже. Вот. Скажите, пожалуйста, что такое Растафари, Сен-Симили, Скипси-Драк? Нати Дреда. Специальный набор слов, который, в общем, каждый, в каждое из этих слов может вкладывать все, что у него в подсознании находится. И смело так воспринимать. Ну как, в общем, все ведь понимают все слова по-своему. Вот, допустим, я скажу слово «дерево». Я увижу одно дерево в уме. Кто-то увидит другое, кто-то третье. Это с теми словами, по поводу которых мы все знаем, они известные слова, гораздо лучше проецируются. Выйдет ли когда-нибудь следующий диск? Выйдет, дай бог, с Божьей помощью. Электрический или нет, но он такой будет странный, если получится. Какое название, не скажу. Исполните что-нибудь из него, мы уже из него спели кое-что. Вот. Человек просит спеть хот-дог из Лед Зеппелина. У вас что, нет в жизни счастья? Кстати, я буду считать только вопросы, по-моему, их хватает. Вопрос спрашивают, делаем ли мы денежки? Нет, не делаем. Что, не видно? Просмотрим меню.
Нет, почерка разная. Угу. Часть вещей мы бы с удовольствием спели, если бы их можно было спеть в акустике. Некоторые вещи в акустике спеть нельзя. Но кое-что мы и так споем. Ну, давай. Да, на все записки мы, к сожалению, ответить не сможем, как я уже говорил. Поэтому мы лучше вместо того, чтобы отвечать, лучше попоем. Давайте немножко еще. Я не знаю, зачем ты вошла в этот дом, но давай проведем этот вечер вдвоем. Если кончится день, нам останется ром. Я купил его в давешней лавке. Мы погасим весь свет, и мы станем смотреть, как соседи напротив пытаются петь, обрекая бессмертные души на смерть, чтобы остаться в живых в этой давке. Здесь дворы, как колодцы, но нечего пить. Если хочешь здесь жить, то умей свою прыть. Научись то бежать, то слегка тормозить, подставляя соседа под вожжи. И когда по ошибке зашел в этот дом Александр Сергеевич с разорванным ртом, то распяли его, перепутав с Христом, узнав об ошибке днем позже. Здесь развито искусство смотреть из окна и записывать тех, кто не спит, имена. Если ты не виновен, то чья в том вина? Важно первым успеть с покаянием. Но ежели кто не еще, а уже и душа как-то леди верхом в неглиже, то Вергилий живет на втором этаже, он поделится с ним подаянием. Здесь полголоса любят, здесь тихо кричат. В каждом яде есть суть, в каждой чаше есть яд. От напитка такого поэты не спят, издыхая от недосыпания. Не во праве глаз, только лед и туман. Но порой я не верю, что это обман. Я напитком таким от рождения пьян. Это здешний каприз мироздания. Нарисуй на стене моей то, чего нет. Твое тело как ночь, но глаза как рассвет. Ты не выход, но, видимо, лучший ответ. Ты уходишь, и я улыбаюсь. И на завтра мне скажет повешенный раб: ты не прав, господин. И я вспомню твой взгляд и скажу ему: ты перепутал, мой брат. В этой жизни я не ошибаюсь. Сотни рублей, и больше я не получу. Мне 25, и я до сих пор не знаю, чего хочу. И мне кажется, нет никаких оснований гордиться своей судьбой. Но если бы я мог выбирать себя, я снова бы стал собой. Мне 25, и 10 из них я пою, не зная о чем. И мне так сложно бояться той, что стоит за левым плечом. И пускай мои слова неясны, в этом мало моей вины. Но что-то той, что стоит за плечом, перед нею мы все равны. Может статься, что завтра стрелки часов начнут вращаться назад, и тот, кого с плачем снимали с креста, окажется вновь распят.
и нежные губы станут опять искать своего креста. Но я пел, что пел, и хотя бы в том совесть моя чиста. Я счастлив тем, как сложилось все, даже тем, что было не так, даже тем, что ветер в моей голове и в храме моем бардак. Я просто пытался растить свой сад и не портить прекрасный вид. И начальник заставы поймет меня, и беспечный рыбак простит. Твои горизонты чисты, твои берега не знают прибоя. На улицах много людей, но тебе не сказали, что это такое. Ты бросаешь им золото, тебе не сказали, что это медь. Из тех, кто был здесь сначала, с тобой остаются лишь трое. Но, королева, кто позволит им петь? Твои глаза, никто не помнит их цвет. Лишь в клетках поют соловьи, неизвестные ученым природы. Все двери закрыты на ключ, сумерек и до восхода лишь рыбаки не боятся смотреть тебе вслед. Тебя обманули, им не позволяют смотреть на воду. Но, королева, кто погасит их свет? Паруса из цветных камней, и матросы в монашеских рясах пьют здоровье жены капитана. Но в полночь расходятся в келье, они снимаются с якоря рано. Им нужно плыть вокруг света, туда, где в полдень темнее, чем ночью. Их корабль разобрала на части охрана. Но они уплывут, королева, есть вещи сильней. А ночью время идет назад, и день, наступающий завтра, 2000 лет как прожит. Но белый всадник смеется, его ничто не тревожит, и белый корабль с лебедиными крыльями уже поднял паруса. Часовые весны с каждым годом становятся строже, но, королева, сигналом будет твой взгляд. Королева, мы слыхали, что движется лед, но когда поднимаются реки, это даже не стоит ответа.
ладони полны янтарем. Он будет гореть до рассвета, и песен яблоневых ветвей ее никто не поет. Но это недолго, и наша звезда никогда не меняла цвета. И королева, тише, ты слышишь, падает снег. О, королева, это все-таки Новый год. Воду в вино, и это не зря. Хотя, может быть, невзначай, гармония мира не знает границ. Сейчас мы будем пить чай. Некоторым людям свойственно
тебе. Я думал, что нужно быть привычным к любви, но пришлось привыкнуть к прицельной стрельбе. Я стану красивой мишенью ради тебя. Закрой глаза, ты будешь видеть меня как сны. Господи, храни мою душу. Я начинаю движение в сторону весны. Спасибо. Железнодорожной воды. Дай мне напиться железнодорожной воды. Мне нравится лето тем, что летом тепло. Зима мне мила тем, что замерзло стекло. Меня не видно в окно, и снег замел следы. Когда я был младше, я расставил весь мир по местам. Когда я был младше, я расставил весь мир по местам. Теперь я пью свой вайн, я ем свой чиз, я качусь по наклонной, не знаю, вверх или вниз. Я стою на холме, не знаю, здесь или там. Слышал, что это факт. Мы были знакомы, я слышал, что это факт. Но сегодня твой мозг жужжит, как фреза. Здесь слишком светло, и ты не видишь глаза. Но вот я пою, попадешь ли ты в такт. Есть те, что верят, и те, что смотрят из ложь. И даже я порой уверен, что вижу, где ложь. Но когда ты проснешься, скрой свой испуг. Это был не призрак, это был только звук. Это тронулся поезд, на который ты не попадешь. Так дай мне напиться железнодорожной воды. Дай мне напиться железнодорожной воды. Я писал эти песни в конце декабря, голый в снегу при свете полной луны. Но если ты меня слышишь, наверное, это не зря.